Так, в профиле, говоришь, можно выбрать. В профиле. А где профиль-то у нас? Профиль. Нет, не то. Это вообще какая-то хрень. Это не то, насколько я понимаю. Как бы увидишь, отпиши, я просто не шарю на самом деле, где здесь вообще достижение. Ну, я никогда этой хрень не занимался, вот. Там все эти картинки. Наверное, где-то здесь облики, может. А, вот, да, облики. Точно, точно, точно. А чё за хэ? А вот, по умолчанию, тайный агент. Вот она, да. Ну вот тайного агента проставляем. Ну что, поехали. Игра начинается. Зест против Иосуну. Погнали, ребята. Сейчас я еще стрим переименую. Охренели совсем, что ли? Что-то СК2 ТВ багает. Сижу в аккаунте в своем, как бы пытаюсь стрим отредактировать. Аккаунт FunStream TV заменился на SK2 TV. Ну вы что, прикалываетесь, что ли? Я не понимаю.
да свершится правосудие. Ну что, здесь приходит адепт, им, кстати, представить, прошу прощения, тут пытаюсь. Сейчас все, ребят, секунду, пару секунд и возвращаюсь. Так, все, ребят, теперь я здесь. Вот Резец приходит, сейчас пытается ворваться, ничего не получается. Ну вот, пока Статс вышел в финал, например, турнира под названием Старлига, Зест играет Кунг-Фу Кап. Поэтому Зест и не подсказывает там... Все коллекционки перенеслись, я думаю... Вот, поэтому Зеста не подсказывает, потому что он участвует в турнире в данном. Нахрен ему куда-то ехать, там что-то подсказывать, кому нужно самому играть. Бабосики зарабатывать. Вот у нас скин адептиков здесь. Я пытался переносить стрим просто на СК2Т, прошу прощения. Вот, и, к сожалению, у меня это не получилось, потому что там разлогинило, и что-то с фан-стрим меня пытается залогинить, там аккаунт Рай. Я вообще систему не понимаю, как там все работает, если честно. У Погры узнаю потом. Так что название там старое останется, старлиговское. Ну, ничего страшного. Плееры зато переименуются. Так, ребят, извиняюсь, ну, сейчас нужно было отвлечься, переименовать, все, хорош уже извиняться. Смотреть будем, здесь у нас пытается пушить, между прочим, и Асону Зеста. Уж такой сильный достаточно получается. Фаерболы падают сейчас рядом с Протосом, ну, не попадают. Феникс вот там улетели, 128 на 102 по лимиту. Королев пытается Зеста отжать, на халяву Линги врывается, окружает зестовских юнитов сейчас. Очень неплохо они, я вам скажу, это делают. Фаерболы по пилонам пошли неплохие. Сейчас от Иосуну пилоны падают. Уверчаш последний. Остался королевы. Все живут. Трансьюзов немерено. И кажется, Зеста сейчас принимает Иосуну на улене. Интересно вот этим пушем или не принимает. Трансьюз это где королевы? Где-то сзади трансьюзятся сейчас реведжеры понемножечку. Фаерболы нужно кастовать новые. Новые фаерболы кастуются. Иммортлы минус, фениксы минус, линги новые дотекают. Реведжеров нужно назад отвести. Трансьюзы новые идут. Нужно реведжеров отконтроливать, назад отходить. Чуть не отходит почему-то Иосуну.
Зес держится еле-еле, ну реально еле-еле, но... И сейчас королев каким-то образом уберет, то будет тяжело уже отбиться. Линги окружают Иммортла, линги окружают сталкеров, сталкеры падают, Иммортл падает. Королев много, ГГ пишет Зес. Вот это Ясуна удивляет. А коэффициенты-то посмотрите, какие там были. Ну это пока только первая карта. Я не знаю, если там на карты именно ставки. Вот. Так, жду инвайта. Спасибо. Так, ну может чел потом добавит меня, чтобы меня лишний раз не звать. Все на корейском сервере происходит, да-да-да. Ну что, храм во льдах у нас карта. Все, ребят, не отвлекаюсь больше. Стримы идут, и самое главное, переименовывать уже все второстепенная тема. Гайте, это новая ладерная карта, что ли? Я что-то первый раз такое вообще вижу. Надо ладер пару игр сыграть, по ходу дела мне. Кстати, зря я сейчас Twitch не вырубил, ребят, видимо.
Видимо. Так, а что, блин, забываю про Twitch, что там на рестрим вырубать, туда врубать потом. Блин, надо как-то, видимо, стоп-старт будет сделать и заново Twitch включить сейчас. Заказано АД, бустится кибернетичка сейчас. Дрончика все больше и больше становится. Третья хатка почти готова. Здесь адептик прибегает. Прилетает, точнее, иллюзии свои. Заходит, что-то зест сейчас. Ну, получает дэмэдж от королевы. Я сону, пока лингами не особо спешит. Решил адепта не телепортировать, хотя юнитов вообще не было. Криптумор пошел, здесь инъекцию нужно на второй делать. Что-то Ясон втыкает, пока нужно. Все, втыкает. Втыкает, точнее, сейчас. Пошла инъекция. 6, еще подстраивается. Здесь у нас 2 гейта на ХГ. Ага, плюс 2 старгейта. Что-то примерно самое, то, почти то же самое у нас и стат сделал. На Старлиге сейчас билды, там 3 гейта, старгейты. Короче, стабильные такие билдики. Адептусы вперед двигаются. Приходит уже Зест к третьей базе. Здесь Гидроден плюс Линги. У Лингов, кстати, не так уж много. Адепты телепортнулись. Решил Зест не рисковать. Уходит домой. Здесь овер залетает. Прекрасно овером видит Иосону. Здесь Гидроден. По рабам, правда, что самое интересное, у Зерга потери, овер. Ну, по рабам он уже как-то отстает сейчас от процесса. Ну, естественно, интересный билд использует поздний третий, с третьим Нексусом. Сейчас и Фениксы будут шатать, и адепты напрягать могут. А здесь только линги у нас фактически. Но гидроденчик, мув гидре и ренжовая атака пошла. Сейчас будет постепенно подстраиваться гидралиски. Вот нужно для начала нужно не гидралисков построить, нужно вот этих адептов принять королевами и фениксами. Нельзя давать им позицию занять какую-то хорошую. Линга мимо сейчас пробежали, кстати говоря. Адепты телепортируются вообще непонятно куда. 4 гидрала заказано. Вот сейчас бы выходили по эти гидралы, чтобы фениксов законтрить. Было бы вообще замечательно. Адептов больше приходит от Зеста. Лимит вообще одинаковый почти. Гидра только-только выходить начала по очереди. Гидралиски выходят. И Асону не законтролил гидралов сейчас. Линги с адептами тут дерут. Здесь все новые гидралы выходят. Адепты лингов разбирают. Сейчас они и гидралов разберут. Здесь королева падает. Здесь падает все. И просто не может Асону соединить свою армию сейчас. Привет, Альварес, задержка 3 минуты. Что за ролик посмотрел ты? Не понял я. Почему география? В смысле, учился там, наверное, поэтому. Знал географию всегда хорошо в школе. Да и вообще так, ну. Плюс это интересно. ГГ пишет Асону. Привет, спиритолог.
Так, захожу в игру, все-таки туда я зашел. А, это к Сиаози, прошу прощения, не туда, я что-то тыкнул сначала. Так, что за значок чатика, я не понял. Где, какой значок чатика? А, наверное, там было. Ну ладно, там завтыкал маленько. Ну что, третья игра, ребят, начинается. На каких-то новостях, ну было, да, дело было, да, дело. Все, я здесь, ребят. Полекающие там моменты присутствуют. Ну, справляюсь я с этими моментами. Адепт вперед бежит от Зестика. Лингов отгоняет, пробку уходит спокойно домой. Кстати, тоже какое-то нашествие, судя по всему, новая ладерная карта. Марю, такая крупная очень карта, прям вообще. Здесь королева с лингами встречает адепта. Но лингов всего два, и как-то печальная их судьба в итоге. Ну, здесь не телепортируется адептом. Вижу Роуч Ворон сейчас от... Ясону. Здесь у нас плюс 2 гейта, что, судя по всему, Нидус, что ли, будет у нас.
Грызает все-таки адепта здесь у нас. Я сону. Муфроу чем заказан? Как его закрыть-то, я чуть не понял. Это баг какой-то, я что-то не понял. А я не знаю, как его убрать, ребят. Скажите, я помню, что такое уже бывало, и не только у меня, но, блин, куда его засунуть-то можно вообще? Да никуда его не засунешь. Если какой-то есть рецепт, опишите его. Напишите мне, я просто не помню, как его убирать. 4 адепт здесь ходит, роучи масится с мувом сейчас. Ну таким, таким билдом надо атаковать просто, значит, идти. Вес предпочитает 2 роба просто с 2 баз сейчас поставить, учитывая расклад данный. Ну, 11 роучи есть, это не так уж много, 11 роучи. Отходят дроны. Адепт принимает Иосону сейчас. Все 4 адепта минус. Ну что ж, неплохо. 2 дрона всего лишь потерял Иосону. Ну там теряет оверов он одновременно еще. Пока роба нет, есть шанс проатаковать. Ну как бы, я думаю, что особо плодов не принесет это. Феникса. Короче, в итоге не стал масить роучий. Да нужно дома было сидеть. Ну, побегал, натерял сейчас на фениксах роучий. Масить зерк не стал. Проатаковать никак. Там уверчажа, там фениксы. Здесь у нас, собственно говоря, третья хата в итоге не раскачет, строится гидра. Но не то, не все бил получается. То есть не агрессия, вроде как, и не экономика. Это всегда провал. Пару гидральсков на халяву сбивают еще. Третий Нексус от Деста пошел. Мортлы по 2 штучки уже масятся вовсю. Один здесь есть. Фениксов тоже много на карте летает. 8 штук. Короче говоря, просто все хорошо сейчас. Уже у Зеста лимита больше становится, но очевидно, что Зест фаворить, но что Иосону хотя бы карту возьмет, если там где-то были, например, ставочки на карту, да, там на первую запилить от Иосону, что он возьмет, это там, наверное, нормальный коэффициентчик-то был. Так, везде Феникс летает, призма получше пытаются харасить. Перезапуск Старкрафта. На них правой кнопкой ты. Очень умен, но на них не нажать правой кнопкой. Так что если только при выходе из игры. Ну посмотрим, если сейчас сохранится, надо перезапустить будет, естественно, Старкрафт. Реводжеры морфятся здесь. Реводжеры гидра собирается подпушить, я так понимаю, зерк. Ну, просто уже треть Нексус, он на хайграунде стоит. Здесь пилончики есть. 6 иммортлов в миксе, это очень жестко. Фаерботчики пошли. К
кривейший налом сейчас, зачем наламывался? Ну давите пилон-то, ё-моё, на одном КП пилон в итоге оставил, ни пилон не давил, ничего не сделал, три гидралиска на ровном месте потерял. Сейчас пошел еще подстроечка Роуча, из них реваджеры морфятся. Что прессинг идет такой, 9 реваджеров прям морфятся, нужно все подождать, да, 170-152 сейчас по лимиту будет. На третий Нексус поднимается и Асуну. Зест вообще не готов, кстати, третий Нексус свой оборонять, что самое интересное. Позиция хорошая у Асуну, Зест там сплитится каким-то образом. Пытается уверчаш выставить, уверчаш, пилончик надо сбрить, потому что он очень много демеджа сейчас наносит, современный уверчаш. Минус пилон. Кстати, Асуну много, и у Зеста одни иммортлы фактически остаются, фаерболы падают. Но иммортлы с фениксами тут справляются, в общем-то, и в заказе одни роучи, а роучи против того, что у Зеста осталось, они тут ни хрена и не эффективны-то. И даже с таким преимуществом по лимиту и удачным врывом, то есть позицию удачно успел Зерк занять, все равно не получается продавить. Четвертую хату я Асуну ставил. Почему королев не брал? Вот, кстати, эти королевы с трансюзами могли бы на самом деле помочь за месяц. Фаербольчики падают, ну такой затянувшийся, в общем-то, прессинг идет. Ну, плюс, конечно, то, что на Зерга на слабой экономике тюрабовщик не так уж много. Лимита боевого много у него. Здесь он пытается поддавить. И может быть даже что-то из этого и получится. Тут фаерболы идут, в этот раз королев взял. Почему в предыдущем? Вот в том за месяц, а сюда зашел, королевы бы были бы, может быть, что-то и было бы по-другому, но. В итоге здесь добавляют еще архонов микса. Архоны королей вообще разрывают план. Плюс иммортлы. Микс очень тяжелый такой. Вообще. Коэффициент 3. Ну, хороший коэффициент. 3. Знать еще, что у Лены, так вообще... Закроем личные сообщения, может быть, сейчас будет все лучше. Ну что, сейчас будет Джейши черкать против Тивая, от ПВТ у нас дальше будет.
Точно, ключ же я вчера обещал разыграть, ребят. Ну, с задержкой тяжело будет разыгрывать. Так, сейчас я Юрию отпишу. Так, захожу в игру. Ну что, Тилаев против Джейши дальше. Ждем начала. Сейчас я тут с Юрой общаюсь, как бы пограмотнее бы с ключами поступить бы на самом деле здесь. Непонятно. Пользователь Таук активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Reload, за премиум. Я вот думаю с Юрой, как бы сейчас разыграть. Короче, ребят, такая ситуация, в общем-то. Есть два ключа на миссии Лотва, соответственно, новенькие. Давайте поступим, знаете как, сейчас.
9 апреля, да, нет, какого 9? 12 апреля у нас 55 лет космонавтики, 55 лет полету первому в космос человека. Вот, такой праздник замечательный. Лично для меня, ну и для адекватных людей. Вот, поэтому я не знаю, короче говоря, какие-нибудь с вас картинки, пилите картинки в комментарии, с, ну вот, если кто сам сделает, вообще замечательное, либо какие-нибудь, ну вот, связанные с этим днем, какая мне понравится, я там ключ выдам, в общем-то, Клоту один. А второй, наверное, я дам... Так что, ребят, короче. ГСМ готов. Кидаем картиночки. Дню космонавтики. Какая мне больше понравится, дам ключ. Второй, наверное, завтра-то на GSL разыграю. Вот. Ну, а если не понравится, себе оставлю так. Разыграю завтра второй на GSL. Ладно, себе-то не буду в любом случае оставлять, шучу. Вот, ну, давайте что-нибудь туда закиньте хотя бы. Так что ключи от трех миссий первых новой компании можете вы получить на изичу. Официальные ключи, естественно. Ну, не на все 9, на 9 надо предзаказ делать. 900, вот как я сделал. А вот на 3 можно. Так, а здесь контрпилончики пошли от Джейши, пылает сетевая напрягать. Хорошо здесь оверчаж, конечно, надемеджил, ничего не скажешь. Верчаж выставляется еще один. Сейчас выйдет у нас циклон первый. Один выстрел уже получил. А то верчаж Мазеркуром нужно улететь. Мазеркур улетает. Сталкер зато заходит. Можно помочь Мазеркурчику своему. Но энергии больше нету. Здесь у нас возвращаются риперы назад. Дилок, сталкер, Мазеркур. И Старгейт, между прочим, строится. Я еще раз повторяю, в комментариях к каналу, не в чатик и не где-то еще,
Можете. Хотя нет, только в комментариях канала, потому что ВКонтакте там нету конкретной новости о ключах, да, как вот там все новости разрознены, не надо ВКонтакте кидать. Здесь Марики у нас подстраиваются, минуточку, с циклончиком. Грейд пошел у Тивая. Выезжает он вперед куда-то циклонами своими. Так, чатик все еще не скрылся. Ну, надо будет после вот этого матча Тивай и... перелогиниться, чтобы перезайти в StarCraft. Хотя тут, наверное, нужно перезапускать StarCraft, а не перелогиниваться. Приходят циклоны, пытаются здесь что-то делать. Туретку еще Тивай тут ставят. Охренел, вообще туретки тут настроил прямо около оппонента своего. Туретки это нагловато, я вам скажу. Оверчажа больше нету. С одной базы пытается просто прессовать. И опять, посмотрите, вот китаец, что здесь там первую игру взял, и здесь тоже может взять игру. Пилончик добавляется, и Мортл строится. Ну, ты, если далеко циклоны залезут, их просто фениксами поднять можно будет, и все. Спускается вниз сейчас Жейши, циклонов поднимает, туретки разваливает, разваливает и двух циклонов, которых он поднял. И остальных тоже поднимает, 73-40 по лимиту, ГГ 1-0, посмотрите-ка, ничего не получилось. Заходим в игру. Ну, после Бо-3 я там разберусь с этой кнопкой. Так, картинки вставляйте так, чтобы было видно их. А не ссылками. Вот, так как для этого возможности есть. Итоги подведем завтра на ГСЛе. Начинается игра, поехали.
Сейчас я, кстати, в группе запилю, что такую хрень надо сделать. Свершится правосудие. Слава Делама! Мы обретем славу на поле боя. Так. Оракул ждет указаний. Так, ребят, он атака еще премиум даст. Посмотрите, что творится в игре-то. Ё-моё, пока я писал новость в группе о конкурсе, просто прилетает Протос и разваливает. Смотрите на потери, что творится с игроком под с никнеймом Тивай. Корейским крутым тираном. Да его просто разваливает сейчас Протос в хлам вообще. Я даже не знаю, как здесь игру-то эту можно отдать. Уже и отдать-то тяжеловато будет. Счет, да, не проставил, я дико извиняюсь, просто про конкурс картинок написал. Завтра на GSL, вот, подведем итоги, в общем-то, два ключа отдам я картинкам понравившимся, просто и все мне. Вот, так что такие вот дела. Здорово, Илюх, ключи, я думаю, тут ключи там по-любому работают, не Анафтыч мне дал.
должны, я думаю, еще быть. По-любому, ну, если что, запасные какие-нибудь. Хотя не знаю, почему они должны не работать, их никто не трогал. Так, врывается опять же Фрод второй раз. 4 оракула залетает. Циклончик поднят. Оракулы разваливают просто конкретно здесь все. Нужно мула добить. Нужно что-то добить. А, все, энергия кончилась. Добить ничего не получится. Синицу здесь ставится, 49-29 по рабам. Призма запиливается сейчас. Фротос ставить точку собирается в этой игре. И насколько я понимаю, он может это сделать достаточно легко. Но пока что Тива не сдается. Пока что Тива не сдается. И это правильно с его стороны, что он не сдается, потому что у него будет 0-2. Ну и как-то тогда мы не будем смотреть Тивай Зест. Но если Тивай не может выиграть Джи Ши, я извиняюсь, китайца, хотя не будем его заслуги занижать, о которых я вообще не знаю, его скилл, наверное, занижать, правильно сказать. Вот. Но все-таки Зест-то посильнее будет, поэтому тут дело такое. Если не победит, то сам виноват, только он. Может, китайцы и вообще выбьют. Здесь у нас колоссики пошли, между прочим, решил... Вот колоссы как раз решают, когда такое вот гигантское преимущество они решают. Пошел скан. Накидается. Ну, 84-107, его не сдается пока. Стимпак уже готов. Где щиты? А, вот щиты уже тоже готовы. Бью достаточно много. В третью ЦЦшку пытается выйти. Пока вроде все получается. Есть, так сказать, пристройки на бараках. А, плюс 2 лаба реактор. Плюс еще 3 лаба, 2 реактора будет продакшн. Пристройка завершена. Ну что, Джейши выходит в центр, разбирает мариков. Фениксов много, подставлять лучше не стоит. Тут колоссы, блин, слабенько, они, конечно, сейчас бьют. Призма нет, но нужно идти давить, я считаю. А вот призма есть, почему нету? Есть призма. Ну, призма далеко от основной группы. Сейчас Тива здесь скопит побольше, возьмет, убьет этих колоссов к чертям просто. Там две штуки, все, два колосса. Призму складывает, отводит сейчас. Ресурсов до хрена упротся просто. Можно адепт, может все наварпить. Ни хрена так, если сейчас просто зайдет. Что-то у тебя сегодня-то день реально просто вершины рэпа какой-то получается. Я не знаю. Заносят все тогда получается, называется. Оракул летает. Оракул минус сейчас будет или нет? Нет, ушел из ренжа, в общем-то, циклончика. Да, варп еще идет, понимает просто, что тянуть ему здесь нечего, правильно делает, тянуть ему здесь абсолютно нечего, нужно дожимать, вот сейчас плюс атака доделалась.
Слушал, там Марик отдался. Ревелейшн еще кидается. На минку Ревелейшн, кстати, не попал. У адептов уже там скорость атаки есть. 2-1, блин, просто не забывает грейды делать. Просто не забывает ставить четвертый Нексус. Прессует сейчас, в общем-то, Тивая. Вот что боится-то? Сейчас досидится, пока тиран, я не знаю, отстроится и пойдет вперед сам. И убьет просто. Это очень опасно с корейцами делать. Киди стабилизатор доварпит из гейтов, ё-моё. Неужели он отойдет сейчас назад? Ну, хотя можно ждать, пока тиран спустится с третьей, например, со своей, но... Вот это процесс, если процесс сейчас отдаст игру, то он сам только виноват в этом будет. Просто. Да. ЦЦшечка ставится четвертая сейчас. Факта что-то летает. Тут 49, вот уже лимиты почти одинаковые боевые, обратите внимание. У тирана грейды получше. Ну, правда, просто делает грейды с другой стороны. Все-таки вперед идет. Ну вот 200. Ну 200 у тебя, с 200 может пойти. Ну здесь уже 160. Ой, с либераторами. Ну да, теперь хрен. Хотя фениксами можно либераторов пробрить. Но тут туретки добавляются. Да варп еще иду так. Будет заходить сейчас. Вот как? Вот нахрена в этом миксе дестабилизатор? Куда ими стрелять-то? Здесь и так контроля миллиард вообще всякого раза. Туретка сбривается. Так, часть сбривается юнитов здесь. Вперед не лезет, да он ни нахрен не нужен. Здесь архонов лучше добавить, и то лучше бы было. Пошел замес под блинк, сейчас под либераторов. Два таймварпа выкидываются, либераторов вообще просто не фокусит. Вот тебе отдача, пожалуйста. КСМ-ки тут, правда, спускаются. КСМ-ки отдаются в итоге. Еще зелки, адепты варпятся. Чарж зелкам только-только заказан. Вот, сталкеров нету. Тиран, правда, отойти в свою очередь тоже не может. Ой, тут на грани вот этой хрени всей у нас Джейши. Фениксы не понять, кого убивали. Не понять, почему не отфокусил сталкерами либераторов сразу. Все, под блинк, либератор минус. Наконец, фениксы долбят остальных либераторов. Заходит Джейши. Либераторы все падают, призма уже прям в замесе здесь, что-то бегает зад-вперед, призму слил, но он сливает Тивая в итоге или нет? 160 на 96, 18, ну даже если он в этом замесе не сливает, дальше уже сливает по-любому. Здесь на золото с ЦЦшки с мейна перелетело и куда-то опять отступает. Ну вот видно, что ну вот не корей, ну не может дожать, ну как бы с такого даже дикого преимущества все равно дожать не может. Так, скан пошел. Будет прикол, конечно, он исчез. Вообще с первого места выйдет этот прот с детства выбит. Кто-нибудь из корейцев домой поехал по-любому. То есть не поехал домой, а дальше не прошел. Они из дома играют онлайн это. Так, подходит Джейши еще раз. Туречка минус. Факту нужно отогнать, да. Будет заходить. Нет, пока не спешит заходить. Туречку еще одну сбривает. Очередную либераторов. Три штучки стало. Еще один строится. Сталкеры подходят. Новые 2-2 грейды. Грейды делает. Просто хорошо, конечно. Штормы пошли. Штормов уже успел сделать. Столько контроля. Вот дестабилизаторы стоят. Куда они? А вот выстрел пошел. Выстрел хорошо заходит. Все-таки выстрел. ГГ 2-0. Все. Заноси. Заноси.
Так, сейчас я перезайду в игру быстренько, ребятки, чтобы хрень эта убралась в итоге. Ну что, начинаю черкать карты. Так, пошел инвайт, заходим в игру.
Так, начинается игра, здесь расту не ставят. Успел я написать, но это поздно было. Не стал тест побеждать зергами этого процесса, потому что он все-таки Тивая развалил. Ну и корейцы такую фигню не страдают обычно. Что происходит? Теперь выкинуло Зеста, ну ё-моё. Короче, еще одно ре. Не удается начать никак поиграть. Захожу в игру, надеюсь, чатик тоже там убрался. Ну все, наконец-то игра началась. Цвета, ё-моё, поменяли бы хотя бы, черти, блин. Никто не написал. Какие картинки я смотреть буду? По поводу конкурса завтра на GSL. Посмотрю, что там есть и дам. Ну, пока ничего сверхъестественного нету. Конечно, приветствуется что-то, что сам бы кто-нибудь сделал бы, да, например. Хотя бы подделал. Вот. Еще не будет, выберу самый, который мне просто понравится, и все.
тематика широкая, как бы. 55 лет первого полета человека в космос, во-первых. Во-вторых, просто день космонавтики, то есть космонавтика в принципе, как бы. Наша вот и... Да и любые картинки, любые просто там. Неважно какие. А, Джейши там тирана был, я вообще не заметил, что там произошло. Тормоза, а что тут можно сказать? Ну, когда-то в начале StarCraft чужими расами играли. Ну, не чужими, а рандомами играли. Сейчас, когда уровень уже очень-очень высокий, даже, ну, даже и любой лучший кореец, там, чужой расы, если он за нее отдельно не тренится, то он не обыграет, там, даже, ну, вот, китайца или любого другого, даже не самого сильного игрока. Не то, что топового-то там какого-то, не корейского. Пробочка здесь на патруле. Приходит Джейши адептом. Напарывается на сталкера. Сталкер начинает сейчас гонять адепта. Ну и адептом иллюзии, в общем-то, кидает. На мейн иллюзию проводит. А зачем телепортнуть? Телепортируется на мейн. Зачем? И ничего здесь не убивает. Короче, здесь на халяву адепта принимает только Vision Gate получит. Все. А здесь, кстати говоря, интересный Дакшайн пошел. Пилончик пили, но здесь адепта нет, поэтому он не может ничего обнаружить здесь. Готов варп. Не убралась эта хрень из чатика. Так, ну что, фут почистил немножечко. Третий Нексус здесь сколько убил вообще Джейши? 4 пробки, ему ничего не убил практически. Вот. Плюс гейты пошли на мейне.
80 по лимиту. По лимиту близко. Ситуация 3-й Никсус. Здесь у нас здесь прилетает, правда, тремя дарками. Фотонка не готова, но есть. Есть обсервер, есть пилон, нет. Великолепный контроль дарков со стороны Зеста на призму фокус. Хотя призму если фокусил, то пилон моментально бы был уничтожен. Призма приныкалась сейчас. Здесь у нас тоже призма летает, пытается прохарасить Зеста у нас. Джейши, ну у Зеста все прикрыто вроде как. Так, еще один пилончик пошел. Мазеркор бы сейчас уверчашит, что выставил бы. И обсервер еще подстраховывает здесь, как вы видите. Теряет все-таки призму Джейши, здесь ее убивает. На дарках ничего не потерял, и разница уже 30-ка по лимиту практически становится. Это уже критично, на самом деле, для китайского броса. Не надо было отдачу только делать. Ну, есть у тебя призма, зачем ее отдавать-то? Пусть висит, здесь что-то делает. Можно улететь вообще, пригодится для даварпа потом. Под контроль немножечко приходит Зест. Попытался проатаковать. Есть здесь три дарка у Зеста. Их можно в архончиков легко сейчас слить. Тем более они красные здесь. Конечно, эффективнее будет в архонов их слить. Еще дарка до варп одного идет. Нет, здесь, судя по всему, четырьмя дарками мейн собирается подхарасить. Где всего лишь одна фотонка. И, кстати говоря, обсервер есть хоть, но он стоит не около фотонки. Плюс Мазеркор вдалеке, сейчас вот дарки 4 штуки прилетят, фотоночку выбьют, практически моментальные пробки здесь погибнут, и можно там пилончик убить какой-то будет, я не знаю. Здесь у нас какие-то на хайграунде пилоны интересные пошли со стороны Джейши. Он, кстати, идет прессовать Зеста, у Зеста выход идет дестабилизаторов, насколько я вижу. Так, дарки врываются. Да, вот без потерь. 4 дарка фотонку убивают. Зелков начинает разваливать здесь очень жестко причем. Призма смогла улететь. Ну, лимиты близки, но по проблеме сейчас Джейши, том, что у Зеста вот дестабилизатора уже 2 есть штуки. Еще 2 будут. 2 будут. Его с этим тяжело будет драться, в общем-то. Потому что тут либо пушишь, и ты пробиваешь, либо ГГшечка практически. Так, ответный блинк от Джейши идет против Зеста. Гвардиан шилкруглен. И Мортал поля врубил. Слишком рано Джейши его все-таки отфокусил. Четвертый никто здесь работает. Здесь у нас что, до варпа идут. Дестабилизаторов 3 штуки наблюдают. Четвертый спускается тоже. Вилкам чаш скоро будет готов, у Зеста по лимиту в плюсе. Ну, тут все хуже. И вообще даже не пытается дестабилизаторов Джейша строить, но это ошибка. Естественно, четвертый Никсус приходит, а Джейши и подраться не может. Ё-моё, вообще ужасная ошибка, сейчас просто провальная, показал ошибка. Ну, тут дестабилизаторы Зеста ставят точку, это развал просто. Сталкер меня отблинкнулся и Мортлов поставил, вы сами все видели, просто 2 взрыва и уже можно выходить из игры.
Так, инвайт пошел, захожу в игру. Ну что, ребятки, Zest 1.0 ни в коем случае не надо было здесь ни на какие карты ставить. Здесь Zest JSHIP, PvP Zest очень силен. Я, ну, не знаю, плюс 11, что такое вообще. Я думаю, что здесь JSHIP не возьмет карту. Но я об этом не говорил. Что-то я об этом вообще не говорю. Но ставочки есть на кибете везде, поэтому можете их делать. Неожиданно JSHIP TY развалил. Ну, Тюва, если Джейши проиграет Зесту, а я думаю, что он проиграет Зесту, еще будет шанс на реванш. Если он выиграет, конечно, и Асон. Ну, что-то голова болит сегодня. Прям встал, и уже голова болела при подъеме. Не знаю, что за хрень. После вот этих игр прерву стрим. А, ну может, сейчас посмотрим, короче, что там будет, во сколько времени это все кончится еще. Может, новую еще разочек пройдем. На евросервере-то я еще не проходил пока ее. Ну, либо вечером ее допройду. Перед там топ-дог с турниром. Если буду, конечно, его стримить. Может, я сегодня вообще отдохну попозже, потому что реально что-то с головой. Какая-то хрень происходит. Что обходит здесь сейчас Джейши, проверяет все прокси, находит сейчас он прокси Старги. На мэне у Джейши ничего не... Мазеркор отсутствует, адептами он отстал. Какой провал вообще просто. Приходит Зест и на халяву пробок бомбит. Сейчас один залп никуда, конечно, был. 5 уже пробок, 6 минус. И адептик еще ушел.
Мазеркор добавляется, а этот прокси спалил. Сталкеры есть, Мазеркор есть с оверчажем, бесполезен. Врыв Оракула будет, короче, Зест отобьет сейчас Оракула. Не выйдет блинк, судя по всему, сейчас при этом всем. А с блинком уже будет пытаться убить же Иши. Причем, если он Нексус запилит, это будет вполне вероятный расклад такой. Да, здесь пилончик пошел. Под ревелейшн нам тут здание. Видит, что Твайлайт бустится сейчас же Иши. Ну, а Зест двигается вперед. Будет гейт заказывать здесь Зест. Пока два сталкера он заказывает только. Трубочку отвел. Да, и гейт пошел. Пробочка минус, здесь сталкер у нас. Видит варп еще Джейши, кстати говоря. Не отменяет телепорт, адепты сзади остаются в итоге. Зест адепта они убивают, но зато двух забирает сам Зест. Здесь у нас интересно стоит стазисная ловушка, можно зайти и на ней заблочиться очень сильно. Здесь ждут блинк, через 10 секунд он примерно будет готов, даже меньше может быть. Зашел в Зест, зачем-то сталкер сейчас отдал. Пилон в лоб один разбирает. Здесь есть второй, и сталкеры есть. Да ну, это не погода. Я связываю с моей болезнью это все. Что-то погода такой же есть и не бывает. В 30 лет погода, о чем вы говорите. Я боюсь, как бы это не отик бы у меня был бы на самом деле, потому что так непонятно до сих пор, что происходит. Температура еще не спала до конца. Так, оверчардж сбит, сталкеры сбивают. Здесь блинка нет, ни хрена нет. Дарк да варфин, да, но что этот дарк сделает в итоге? Он начинает сталкеров врезать. Здесь у нас роба есть, и обсерджер уже висит, поэтому дарк заходит, и оверчаржем Зест его примет сейчас. Двумя даже оверчажами. Здесь Зилков Зест разбирает. За блин, за минеральную линию пошел минус Мазеркор. ГГ пишет. Джейши, ждем матч Тилай против Иосуну. Ну, хотя, может, с погодой это связано, как бы тоже не знаю. Чувствительный стал. Ну так прям, чтобы вот встал, прямо вот реально проснулся, и такая хрень, не было такого вообще. Давненько. А реально встал, и просто голова уже раскалывается. Ну причем лобная часть именно, что самое прикольное, именно вот, вот эта область. ХЗ, короче. И вроде все ништяк. И стрим хороший, и матч хороший. Поддержки много, но, блин, болит голова. Сейчас, ребят, отойду. На секунду, что-то хочется мне отлить. Я извиняюсь за подробности, но нужно быстрее это сделать.
Так. 29 ломят весь день, ничем не валяю. Рептилоиды, короче, испытывают оружие, да, походу, климатического. Так, ладно, шутки в сторону. Это не шутки вообще. Да, глицинчик есть у меня, но... Вчера, кстати, бомбил, может, еще вчера, просто не знаю, выспался, нет. Просто глицина, на глицине долго сидишь, потом без глицина иногда какой-то, ну, нервозный становишься, бывает. Замечал раньше такую тему. То, что долго, ну-ка, стабильная вот там. Как-то так. А так-то лежит родимый, конечно. Надо скушать штучку. Оп. Ну что, ТВЗшечка, я сону против Тивай, посмотрим, как китаец сможет корейцу противостоять сегодня. Заходим в игру. Тебя, наверное, поэтому и бомбит, что глицина много ешь. На самом деле, даже в таких дозах опасная тема. Вот. В плане того, что ну, подсаживаться лучше не стоит на всякую хрень. Любую вообще. Потому что даже от такого, ну хотя я не связываю прямо с ним, как бы, но улавливал параллели, что реально как-то так себе. А вот от такого серьезного, где дозняк самого вещества действующего большой, там вообще серьезно все.
Кто всех, всем минусом в картинкам налепил в комментах. Не знаю, кто налепил, ставьте плюсы. Вот и все, и минусов не будет. Так, ну что? Через Рипера играет Тилайчик. Здесь у нас мув сейчас будет заказан. Я говорю про глицин, который там порошковый какой-то. От таблеток, понятно, ничего на самом деле не будет. Если никаких показаний к этому нет, просто так начинать жрать что-то, как бы, когда можно просто элементарно нормальный образ жизни вести, как бы, это вообще, ну, не нужно абсолютно, потому что ничего хорошего от этого не будет. Линги прибежали. Ну, линги, да, прибежали. КСМ-ке пришлось покататься немножко от лингов. Ну, Рипер прилетел, Марик, линги уничтожены. Один сныкаться сумел. Хитрый линг. Здесь оверы висят, ксилнаги контролят. В общем-то, раскачивает Асуну базу вторую свою. Ну, посмотрим, как Тивай ТВЗ какой покажет. Ну, ТВЗ, я думаю, Тивай должен справиться. У него оно всегда, в принципе, было неплохое. Как всегда. И в ходсе в основном, и в... лоты пока что вроде. Реперочек на мейн тут вырывается, смотрю. Граната, минус реперочек. Че он сюда ворвался? Ну, лейер. Лейер заметил, мув заметил. Здесь информацию сейчас получил Тивай. Играет Баншу, играет Гелиона. Фармаре нет, хелбатов не будет. Третья ТС-шка пошла, стимпак еще не скоро будет. Вообще делать сейчас только барак на реактор будет заказан, да, и потом еще только там под лабы. Банша вперед куда-то там полетела. Криптумор минус.
Что делает Сивай? Типа, не могу понять, я влетел, сюда же прилетел, опять на королев прилетел. Сказать, что 55 лет, а не 50. Ну, то кто 50 празднует, тот пусть празднует. Идет воды возьмет. Путинки, ё-моё, в магазе и картинки свои странные пустят куда-нибудь. Ну, ключ получит тот, кто шарит. Проваливается Нидус, ГГ пишем, выходим. Пацаны даже приехали, говорят, нахрен всей шаблой ехали, работали бы, доработали. Ни праздника, ничего, даже мяса на всех пожарить не хватило. Шашлыка, ё-моё, мало вышло, что-то на Анидус подольше было держать. Открытым переход от попытки перехода от зерга куда-то в какую-то дальше экономику, это без шансов. Оператор приходит. Идет прессинг сейчас от Астона. Ну тут есть танк, здесь есть марики, здесь есть банша. Танки отконтраливают, отводят силой. Лезть в этот узкий проход роучами, это значит получить сплэш просто по... Сразу по, почти по всем роучам с залпа. Поэтому и не лезет, собственно говоря, туда. Иосону перевозит мариков назад, они вступают в бой с другими мариками, плюс банша отгоняет зерга. Ну, тут нужно дожимать уже понемножечку. Либератор до сюда чуть летает, раскладывается. Здесь либератора не убить. На мэйне на халяву убивает вообще. Спорка не достанет для либератора. По визуально так выглядит. Да, так и есть. Танчики летают. Ну, Тивай раскай, ему не лезть некуда. В принципе, ему сейчас Марик подкопить танков, выход на клики сделать, просто убить. 2-2 тем более делают. А здесь только Evolution. То есть будет 2-2 в 0-0, скорее всего, в какой-то момент даже замес. Здесь танчики забирают, отвозят. Карта очень такая интересная в плане позиции. Здесь далековато от третьей до второй, что-то бота немножечко проклинило. Банша, сколько она демонжа в этой игре нанесла, это просто жесть какая-то. Ну разбирает он, что Тивай. Ну что, судя по всему, Тивай здесь на изи что-то должен раскатывать. Из Жиши будет матч-реванш, что ли? Сколько метров шнур от наушника? Да хрен знает. Да вон он короткий. Я переходник сам недавно покупал, потому что какой-то сломался там у меня. И ухо одно не работает. Переходник, наверное, метра полтора, да и здесь метр, наверное. До ушей, до самих.
Ну что, TY 1.0, погнали дальше. Ступит рандом. Задавай такие вопросы. Либо монетки, либо соображай своей головой. ВВ страты с Нидусом. Там другой Нидус был совершенно, поэтому... Там были стратегии, не ориентированные на Нидус именно, он просто применялся как бы недостаточно часто. Хорошо, Рипер тут и КСМ-ку прикрыл, и подхарасил. Привет, Бастард, на каком турнире была и почему не играет? Я хз. Залетел Рипер, попал вообще сейчас между минералов как-то. Печально его законтролил TY. Ну и Асону рабочих строит. Парабан впереди, серьезно достаточно. Здесь билд подобные баншаги, леончики, судя по всему, будет. Марик мячку овера погонял, но сбить не получилось. Так, тут Марик по оверу настрелял, отогнал его. Потери пока минимальные в этой игре, конечно. Рипер КСМ-ка плюс там пару лингов у Зерга. Третья цешка очень нагло у TY оставится. Руины Индиона. Тоже какая-то ладерная карта, что ли, походу, да? Так, интересно, здесь база золотая. Это по виду интересная очень карта там. Сверху далековато, но движуха вся внизу идет, я так понимаю, да? Ну да, сверху респов нету. На два человека, но достаточно крупная. Опять Нидус пошел. Ну, TY видит Нидус, посмотрите, выводит сюда юнитов своих. Что там в Нидус сидит? Много все там в Нидус сидит.
Решил вообще ничего не высовывать отсюда. Зерка, почему? А смысл сюда его делать тогда? Ну, чем дольше он тянет, тем меньше шансов. Что он делает вообще? Кто-нибудь может мне объяснить? Я не понимаю, что делает Эосону. Просто не понимаю. Кстати, баг опять. Но это из-за того, что язык не английский, баг этот. Улезает. И зачем было столько нидусов сливать, чтобы в итоге дронов заказать? Попутал карт немножечко тирана. Ну он же не бесплатный, он 100-100 стоит нидус. Так, в районе второй базы, думаю, это Эосону. Вдруг сейчас тиран сейчас успокоится и вообще уже не будет дать нидуса, а вот он сюда зайдет. Да нет, сюда уже точно ничего не зайдет. Ралли его вылезают, либераторы раскладываются. Ситуация очень печальная, я вообще не понимаю, что. Хотя сейчас реведжерами может пострелять, например, попробовать. Здесь третья сэшка есть, кстати. Три реведжера, это интересно, но стимпак уже есть, минус реведжер раз, минус два. Ну и все. Вот надо первый нидус сюда сделать, второй вот сразу сюда тогда делать было бы, тогда эффект может был бы. А в итоге дождался и стимпака, дождался вообще просто того, что тиран абсолютно по всем направлениям готов к обороне от нидуса. Ну, роучем, кстати. Ну, роучем нету. На рампу вообще не зайти здесь. Подходит роуч с либератора, здесь танк. Пул армии слил на беготне взад-вперед. Вообще провальная Асона, конечно, сейчас отыграл эту игру. Ну вот, не ожидал даже такого. Мне что-то миллиард на этой карте. Ну, рев на мейн идет 16 мариков здесь. Это минус Эосону. Это десайдер матч. Матч-реванш Тивая против Джейши. И уже для Джейши такой легкой прогулки не будет, как в первой игре, судя по всему. Марики загружаются, часть улетает, здесь нидус убивает, Тивай в итоге. Он скан кидает. И криптуморы все выбивают вот за раз. Сцешка возвращается издалека на третью базу. Ну тут все очевидно в этой игре. И было очевидно после того провала с нидусами. На помощь, только осколки полетели. 2-2, что-то тело не заказывает, втыкает армори. Ну, он только армори сейчас сделал, но надо уже заказывать бы 2-2. Канет тиран на вторую. 6 королев, есть синергии до хрена. Надо сразу инъекции накидать на все хаты, чтобы они делались автоматами просто. Так, одного Марика здесь простимпачил, но это герой. Разведчик просто. Прибегает, спалил, конечно, происходящее, но
толку-то? Хайф увидел. Минус Марик. Ну, хайф есть сейчас в заказе у Зерга. Нужно тирану действовать быстрее. Чего ему ждать-то? У него просто колоссальное преимущество по всем направлениям. Просто технологии, лимиты. Ему нужно дожать, выйти. Я Тивай прекрасно должен понимать после провального Нидуса, что у Зерга не очень все хорошо. Вторая атака делается. Второй армор пока не заказал. Этим можно пока выходом сейчас отвлечь. Вот этот дроп на мейн перевести, например. Ну, тут только один медивак еще перелетает. В это время атака в лоб. Так, есть инфесторов. Здесь две штуки, но они без энергии. Инфесторы в итоге. Марики танки здесь только дерутся. GG 2-0. Димган 500 на Сбер присылает. Спасибо тебе большое. Респект за стрим от Димгана. Спасибо тебе, Димган. Ну что, реванш Джейши против Тивая на горизонте. ТВПшечка интересная. Ну и Тивая хочет явно реванш этот сделать. Взять реванш. Так, ну что, пошел рыв.
что ж, посмотрим, есть ли шансы. Есть ли шансы у китайца, но он убил 2-0 уже ТВА, но... Я думаю, сейчас совершенно другой расклад должен быть в этих играх и будет, скорее всего. Так как удивить навряд ли уже чем-либо сможет. Так, 2 минуты там просит что-то времени. Начинается игра, поехали. Наконец-то стартует. Да, именно на кибете и поставил обязательно. После этой игры я думаю, что тормознусь я немножечко. А там уж по обстоятельствам, либо ворвусь вечером, либо вообще сегодня отдохну. Завтра у нас тем более GSL будет. И тоже день будет. Ну да вообще что-то у меня реально голова что-то жестко болит сегодня. Так что вот, реально через силу приходится сидеть. Лучше, думаю, немножечко тормознуться и уже посмотреть, может, вечером получится что-то. Пробочка ушла.
Попилил немножечко Джейши Тивая. У Тивая ЦЦ-шка, ЦЦ-шка 17-я и три барака. Резня на Кархале. Называется карта. Ну, такая красивая достаточно карта. Так, здесь выход на через камни, через мейн сюда. А, здесь можно завалить все камнями. Только я не понимаю, как просто здесь Нексус-то быстро брать. Тяжеловато. Я бы сказал. Респов тоже я хз сколько здесь, если честно, судя по всему. Это тоже респ, интересно. Да, это тоже респ, судя по всему. 4, наверное. Очень интересный расклад сейчас идет. То есть Джейши собирается проулынить оппонента своего. И я думаю, что это решение очень интересное. Почему? Потому что карта вообще к этому... Да блин, здесь вообще, блин, кулын, посмотрите. Здесь камни пробиваются, хг нет. Здесь камни пробиваются, хг нет. То есть тут просто идеальная карта для такого билда. 6 гейтов сейчас строится. Варп в данный момент доделывается, будет готов. Сейчас блинк еще только через 50 секунд будет готов. Ну представьте, нужно и здесь бункеры строить, и здесь бункер нужно строить. Ведь тает тормоз реально. Вот, зачем? Зачем? Никогда, ни в коем случае, когда вот вы улыните, не начинайте там одной пробкой и двумя сталкерами бить камни. Почему? Потому что нормальный игрок среагирует и оборону построит. Вот как сейчас Этивай. То есть он не знал до этого, а теперь он прекрасно понимает, что происходит. Ладно, здесь камни бьют. Нужно доварпить и сразу сталкерами, штуками 8 минимум начинать бить. То есть первый доварп и второй. А камни упадут моментально практически. И бункера не успеют достроиться. Такие вот идиотские действия могут стоить игры на самом деле сейчас просто. А вообще билд для этой карты просто, ну, халявный, идеальный, я бы сказал. Вот, все, пожалуйста, бункера готовы, и все, лоб уже не задавить будет. Давай, да, стреляй по бункеру. Ну, убил один бункер. Сталкеры все в мясо демеджены, и дальше что? Дальше зилки, еще сталкеры доварпливаются. Идет вперед китаец. ДПшку собирается подрезать, ДПшку подрезал. Отходит назад мешка. Заходит внутрь базы сейчас. Ну, бункер, нет смысла удраться с этим бункером. Абсолютно никакого. Можно вот сюда пройти и заставить подраться. Например, вот так вот чик, вот как-то сюда подойти. Здесь бы пилон был, еще можно было вниз варпать. Потом блинк с ХГ вниз и уже продолжать прессинг на вторую базу, например. Так, АД отрывается. Ну, нужно вот сейчас... А все, стим готов, типах уже дождался. Да нет, здесь какой-то бред непонятный китаец делает. Вместо того, чтобы... убивать, что-то бегает зад вперед. Зилков очень много сейчас заходит. Бункер есть второй сзади. Все, стимпак пошел. Бункер номер один падает. Зилки заходят. Ну а что толку-то? Здесь уже стимпак, здесь КСМ-ки. Это 1-0 Тивай. Скорее всего. Да не скорее всего, видно, что даже 1-0. КСМ-ки выдерживают, в общем-то. Наплыв этих сталкеров всех. Тивай, правда, далековато залезает. Через зилков хороший давар новый. Но сталкеров все меньше и меньше остается. Здесь уже ничего не сделать. Пробка. Боевого лимита там 10 на 27. И проблема в том, что этот лимит еще более технологичный при всем при этом. ГГ пишет. Джейши. Не пробивайте камни так по-идиотски. Не палите свои билды. Как начал Протус пробивать камни, Тиран сразу же бункер. Даже не сразу он заказал и все равно успел.
А если бы начал пробивать с первым доварком, хотя бы с первым доварком, тогда бы совершенно другой был бы расклад. Такс, ребят. Ну что, ребят, всем большое спасибо еще раз за поддержку. Стараюсь вечером еще постримить, но реально, если будет болеть голова, так то придется мне на сегодня вообще тормознуть. Пока она что-то не хочет проходить, но погода действительно поменялась. Я надеюсь, что это с этим связано, потому что если нет, то это плохо. Один 0 TY ведет. Вторая игра. Сумеречная башня. Вот здесь как раз прокси Старгейтом оракулы прилетели и развалили в итоге TY. И чё мне шевелиться? Мазеркорчик попер. Адепт. Варпа пока нету, газа нет на варп. Сейчас будет газ, будет варп заказан. Да, пошел вот варп. Единственная с пробочкой была поймана рипером только что. Ну, факта пошла стандарт. В принципе, оттивай. Не бункерок. Инженерка оттивай. Это просто, чтобы подблочить добычу и отвлекать внимание. В это время рипер залетает. Тут встрети его здесь. Так, тут хотел, кстати, пробками встретить сейчас. Ну все, рипер отсюда не может вылететь. Все, он и не вылетит. Фига так подвинул рабочих. Подвиньтесь, ребята, от минералов. Ну, рипер и бездарно сейчас оттивай просто отдал, конечно. Ворвался
Ну, увидел даже, что происходит. А дальше-то что? Просто отдал рипера и все. Пушечки прибавляются понемножку. Просканил Ментива, я видел с Роба. Да и все, ну Роба это уже значит сейфовый достаточно билд такой. Твайлайт, тут эти гиты видны были. Один гейт виден был. Ну, Твайлайт не заметил, но это ничего не значит. Твайлайт не заметил. Здесь Викс, подчеркивание, просто поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. На таблеточке от головы. Спасибо, Випс, тебе. ХЗ, что там за таблеточки нужны мне, да? Так. 4 пробки, минус в итоге. Я боюсь, как бы не был бы это какой-нибудь атит, что вот. Болит лобная часть. Меня в связи с болезнями, с моими, с этими. Спасибо всем за поддержку, в любом случае, ребят. Фух, летает что-то тут. Летает, летает. Туда-си, сюда-си. Медивак будет на мейн врываться. Должен врываться куда-то, по идее. Оборона неплохая от Протоса, но вот на третьей базе Либератор проблематичный в итоге. Ну вот, почему я не понимаю? Вот здесь Сталкеров 3 стоит, здесь 3, здесь 3. Собери ты, приведи сюда 6 просто. Блинкнись и убей его. Чё ждать-то, блин, база просто не добывается. Теряешь больше на этом всем деле. И вообще Протос не собирается, так у меня ощущение, отбивать. Ну вот, пожалуйста. Еще пробка минус. Давай, жди больше. Сейчас еще на минусую. Под блинк, вот, ну питью, я не знаю, все, потерял одного сталкера, и все. Нормально выбил. Вроде как справился. Вижу архивы темпларов, пилены сейчас. Очередной скан на мейн, увидит шторм сейчас, что делает у нас GSHIT и Вась. Ну, ситуация в экономике очень-то неплохая, упротся, я бы сказал. Сейчас сталкеры тут гуляют, что-то Марика замечают. Под блин, конечно, минус Марик, подблинкнулись, забирают. Он простимпачный был, 4 сталкера, ваншот Марика в итоге делают. Есть у нас Либератор, начинают строиться плюс 2 барака, то есть 5 еще только-только начнет сейчас работать.
Бункер есть у Тио. А, посмотрите, бункер идеально стоит, то есть его не окружить, его не выбить. И с ним вообще ни хрена не сделать. Либератора в итоге призму сбивают. Зелки 4 варпа дропнулись. Ну, 4 КСМ-ки погибло. Ну, ладно, 6 КСМ-ок погибло. Ну, 4 зелка и призму на 6 КСМ-ок. Ну, да нет, прохладный вообще расклад. Не очень хороший, конечно. Ну, гитов количество увеличивается. Будет 12 гитов сейчас. В данный момент большое количество строится. Четвертый них запилен. Здесь у нас какие-то там что-то на минке погибло сейчас только что. Обсервера нету. Это ошибка, что обсервера нету. Блин, так и не помогло от этой хрени ничего. Либератор прямо на сталкеров прилетает. Здесь тоже прямо к сталкерам он прилетает. Ну, тут как-то не лучшим образом среагировал у нас Джейши. Ну, сейчас либератор настреляет по сталкерам. Ну, пострелял, но ничего не законтраливает. Он вообще пустое место, на пустое место разложен сейчас. Вот ошибка от Протса позиционная. Нужно где-то вот здесь между 4 и 3 стоять. Он чисто на 3 стоит, не успевает отбить в итоге. Да нет, скорее всего, фениатит это. Понял, спасибо за информацию. У меня чисто лобная часть болит. Давно такого не было. Либератор раскладывают 172-187, просто хороший лимит. Неплохие такие штормы пошли, несколько мариков уничтожено. Попытка попуснуть штормовика не очень удачно, и мортлы мародерам нормально надавали сейчас дэмэджа. Блинк ужасный под либераторов, под мариков. Вот, реально, что меня бесит, что не говорите, это вот эти приоритеты у либераторов. И они на автомате начинают убивать всех штурмовиков. Зачем это сделано? То есть Протос заходит, и ему под вот этим говном вообще ничего не сделать. Сделайте хотя бы, чтобы тирану хоть элементарно райт-кликом бы жал бы там, хоть какой-то контроль, чтобы тяжелее был, хоть немножечко, ё-моё. Но нет, они на автомате штурмовиков еще фокус, это перебор. Вон они шпарят этих штурмовиков, вообще жестко просто. Все, минус все в итоге. Я надеюсь, это уберут. В будущем, кстати, очевидный такой момент просто от либератора. Он же атакой, он его даже. То есть и логики-то нет, атакой же он не атакует либератора самого. То есть, как бы, пусть он атакует по приоритету то, что по нему может стрелять, как бы. Первый. Короче, минус Джейши. Значит, Протс криво ломился, ему нужно было сидеть, терпеть, но все равно.
Так, стоп-старт, ребятки, делаю. Сейчас вернусь к вам.